На ЖД вокзале прибывающие группы встречают, ребят рассаживают по автобусам, на которых они дальше едут на переправу. ГИБДД проверяет техническое состояние транспорта, документы у водителей. Медики проверяют состояние здоровья ребят. Если есть заболевшие в дороге, их госпитализируют временно в нашу больницу. Затем машины ГИБДД сопровождают автобусы с детскими группами и передают в Темрюк, откуда нам сообщают, что все в порядке. Таким образом, в течение летнего периода свыше 11 тысяч детей следуют через Анапу в Крым.